На нашем канале проходит новогодний розыгрыш. С его условиями вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Дэн. И вы присутствуете на канале VAD Multigaming. И сегодня, в этом ролике, мы подведем итоги 2019 года, который шел для нас с волнообразным успехом. Итак, чем запомнился 2019 год на нашем канале? Первое. Новогодний стрим. Стрим, который, как всегда, начинал наш Новый год. Итак, чем запомнился 2019 год на нашем канале? Первое. Новогодний стрим. С учетом Open Case мы проводили его, получается, в четвертый раз. Ну, кучу эмоций, различные правила, методики и так далее, и так далее. Мы провели стрим. После этого у нас была F1. F1 это наш был главный хайлайт, можно так сказать, лучший момент года. Потому что, если посмотреть, мы ее с самого начала и до конца записывали F1. Сначала мы пытались Уильямс сделать лучшей команды на свете, потом делали Макларен лучшей команды на свете, потом мы Феррари сделали, пытались сделать лучшей команды на свете, и пытаемся до сих пор сделать, но до сих пор идет F1 на канале, если что, вот последний выпуск, где-то подсказки сейчас вылетит. Но есть и не самые лучшие ситуации, чтобы просто понимали, я на канале появлялся от силы раз 5, я думаю, даже меньше. Первое, где мое появление было, но не в качестве товарища, который выступал в кадре, а человека за кадром, я делал материал для материала по CS GO Major. И самым запоминающимся моментом, весь этот материал, получается, по подсказке сейчас вылетит этот ролик. Следующий ролик, где я участвовал, топ-5 игр на PSP, чтобы вы просто понимали, он появился в декабре. В декабре, его, я не знаю, зачем эти пальцы показываю, но в декабре появился этот ролик. И это, конечно, не самая лучшая ситуация, которую мы в 2020 явно будем исправлять, но уж как есть, так есть. Итак, что будет в 2020 году на нашем канале? Точно могу сказать, мы закончим F-ку, до конца ее добьем, она не будет круглый год на канале. Ну, если только F1 2020, скорее всего, выйдет к этому моменту, тогда мы будем думать, есть присутствие на канале. Второе. Новогодний стрим. Он, конечно, будет. Он будет больше по масштабам. И мы надеемся, что будет он такой же классный, как и были все остальные. Я думаю, даже он перебьет по качеству и по количеству эмоций. Уж точно прошлые стримы, я думаю, приблизится к самому первому нашему, который мы провели в 2016 году. Кстати, обзор 2016 года вот тоже по подсказке вылетит. Третье. Новые форматы. Есть желание записывать и спортивный контент, именно связанный с FIFA, с баскетболом, какой-то ностальгии, то есть у нас будет ностальгия на канале. Также у нас будут обзоры с различных игровых выставок, возможно, мы куда-то даже поедем за рубеж. Но не в самый дальний, конечно, в Америку мы не собираемся, пока не целим, пока еще рано. Но куда-нибудь условно, а-ля как Польша, Сербия, Чехия, почему бы нет. Поэтому поздравляем вас с наступающим Новым годом, а наступит он через несколько часов после того, как выйдет этот ролик. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы этот день новогодний провели со своими близкими, которые вас любят, уважают. Чтобы в этом году были счастливы или приближались к этому. И чтобы в следующем году вы делали то, что вам нравится в первую очередь, а не то, что вам наслаждается. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Нам любой фидбэк важен. Также участвуйте в розыгрыше. Ссылка на него будет внизу, на его условия. И на группу ВКонтакте тоже вступайте, чтобы не пропустить обновления на нашем канале и обновления по поводу розыгрыша. Потому что мы там будем говорить и про время, и что у нас будет на самом стриме, и так далее, и так далее. Всех с Новым годом и всем пока!